Хей, гайс, с вами Шумики, мы как бы начинаем новую игруху, ну, вместо Усурпатора, да? Unworthy. А, как говорит переводчик, Unworthy, это Unworthy, да. Либо по-другому недостойный. Окей, new game. А я пытался пройти эту игру, но я понял, что пизда сложная, нахер надо. Да как-то так. А, да, игра будет в таком вот виде, в пиксель-арте. Довольно очень странном и очень мощном пиксель-арте. Do you hear it? Да, как обычно, это английское. Of course, конечно же, нет. А ты broken, Bill, хуй знает, блядь. I cannot ring. Новый ринг, блядь, арена. Triangle, блядь. Ну, короче, слишком много английского, мы знаем это как обычно, да. Мы супер bitter ад. Ну, в конце... ты должен broken bill. Я не знаю, что broken bill. Мы типа в аду, что ли? То мы? The through is cruel. Это чистилище. Ты бил. One, что-то такое, broken by my wise word. Бля, my will. Что значит bill, блин? Bell. Можно уже поиграть? Я хочу поиграть. Ой, да, все, кажется, мы играем. О, а видите, не только черно-белый, оказывается, там еще и кровь есть. Вот, вот. Да, у нас тоже стамина. У нас есть души. Понятное дело, как во всех играх. Souls. Так, пробел, окей. У нас есть задники, у нас есть передники. У нас есть комба. Все, отлично. А есть у нас заряженная атака? Нету. Так, у нас есть лотики, которые я не знаю пока что, как они переключаются. Ну, я думаю... Так, хорошо. Блин, то, что он прыгать не умеет, вот это вот херово, потому что... Потому что... Вау. А, мы еще с лестницы не можем своевременно спрыгнуть. Не? Окей. Так, что снизу? Походу ничего. Ну, короче, все за счет кувырков мы должны мутить. Понятное дело, что и ворота, и атаки, ну. Именно у ворота. За счет кувырков, хорошо. И... А если яма, допустим, тоже нужно... А ну-ка. Ага, мы даже и присаживаться, ничего такого не можем делать. Так, активация просто стрелочка вниз. Хорошо. Ну, это, знаете, минималистичная игруля такая. Ну, значит, наверх это вверх. Окей, хорошо. Добро. Ну, блин, ну, пока что нормально. Я не знаю, как... Ой, так... Вау, а типа он меня не тронул? А, это значит тоже мученики, как я понял. Только я не понимаю, мы типа с рогами, я вижу. Кто мы вообще такие? Ну мы в чистилище, это сразу понятно, хорошо. Ад, чистилище. Лимбо. Много названий есть. Не, подождите, ад, чистилище это разное. Чистилище там, где выбирается. Мой ребенок. Мир из Кройл, мир Чистилище, это мир Селфиша, рыбы, фиша, рыба или свежий. It will break you. This parent breaks itself. Ясно, что сохранять. It will... Так, ну ты должен try, but will not release. It will short its pains. Ручка, ручки, блять, в чем-то... But will hear is the players. My child. Мой ребенок.
Зачем ты повторяешься? Ты уже говорил, типа, Манчалта — это мир. О, нихера теперь. Теперь у нас даже не цепи, а... меч. А мне с цепями была норма. Но мы теперь выбрались оттуда. Как защищаться? Телк. Evoke have you little lamp. А, да, мы были в лимбо. Типа... A little lamp? A little, подожди, маленький. You have awakened. Ты выбрался с маленького лимба. Да, это все-таки лимба была. Come just the flock and I view. Ты вернулся в Flock Cave. Зачем ты там, many, множество? Put the force, your little lamp. Тоже лимба. Many have pierced. Много всяких существ. Towers fill your blessed with life. Типа дана как жизнь. Thou gifts should not be squanderlit. Кандарет. Гифт, блять. Игра. Так, you will remember life, you will match, and you will answer calf. Touch in the lamp's pad. Вы его знает, вот честно. Вот, мне как... вот похуй, вот честно, вот похуй. Я вижу то, что... А, сложно. А это сложно, слушайте. Сори, но сложно. Сори, сложно, я почти сдох. О, левел ап. Ага, вот типа у нас линия ниже. Смотрите, первая линия это у нас ХП. А второй стамина. А третья это левел... ну, экспа, короче говоря. Ниже левел написано. Книжечка это защита, у которой есть КД. У нас есть внизу хилочки, которые, я не знаю, наверное, 1, 2, 3, да, перекрыли? Да. Не знаю пока что. У нас только, наверное, 2 хилки и все. А, ну, так как я уже понаполучал пиздов в начале, сразу понятно, что игра будет сложно, пиздец. Чисто и поначалу можно было увидеть. Да ёбаный в рот. А, я shift нажимаю, блядь. Я думаю, в чём эта хуйня? Я shift нажимаю. Ага. Q — это использовать. Окей. Ага, small... Я слышу сердцебиение где-то. Подождите. Вот здесь. На мосту, там внизу где-то сердцебиение херячит. Ну, на самом деле, атаки тяжело. Так, поднять. А если... а я мог, в принципе, спрыгнуть, да? А аналоги костра есть? Подождите. О, ништяк. Да, смотрите, все-таки тут что-то есть. А, я подобрал сердце. Враги, походу, не респавнятся заново. Походу, только после смерти. Another respawn. For fight. Build. Так, ты можешь появляться. Will crumble under the waves. For the ambitions on us. Если вы плагинс, то... да. Типа, знаете, на... это чувство, когда ты можешь читать на английском, но ты не понимаешь, блядь, что ты читаешь. Это настоящее will break up. Мне нужен костер. Как где найти костер? Так, у меня было два варианта. Вверх или вниз?
Я хочу наверх. Можно вернуться? Тут темно. Тут темно. Я нихуя не вижу. Не-не, наверх, 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 наверх. До свидания, до свидания. Я понимаю то, что я сейчас нихуя не могу сделать. Потому что там точно что-то есть внизу. И оно... так делает. И это опасно. Да-да-да-да, все, звуки есть, звуки нормально, все. Звуки это хорошо. Блин, я хочу цепи, верните мне цепи. Потому что там дистанционная по атаке. Откуда у меня вообще меч появился? И какого черта цепи пропали? А если я хочу с дистанционным орудием играть? Вы об этом подумали? Нет? Блин, видите, главное, он не сбивает атаку врагу. Они типа успевают все равно меня атаковать. То есть... вот такое. Вау! Бля... Ну ладно. Нет, хил, тихо. Не, я все-таки ему забиваю атаку. Блин, так мне еще нужно одного крокнуть. Крокнуть, крокнуть. Хорошо, у нас есть еще преграды в игре. Круто. У нас в игре есть преграды. Есть аналоги костров. Вот это пой. А, да, это есть барды, хорошо. Так, так, давайте я сразу поищу. Кнопку. Ну это... Хорошо, у нас F это тоже атака. Не-не, стой, спиздел. Не F, К. Английская либо L русская. Просто у меня level up, по сути. Но я не могу level up сделать. Ага, теперь все понятно. Руны. Па-па-па-пам. О, у нас даже гримуар есть. Потерянные. Блин, жалко, что я серьезно не могу. Что я играю не на русском. Арбалечки. Элдерсы. Это палачи. А где обычные мечники? Так, айтемы. Нет. Бондир. Стамина 61, дамаг 10. Брони 115. Ну я почти апнулся, но я боюсь то, что если я сейчас сдохну, я теряю все. И души, вот. Особенно. А не, смотрите, все-таки все возвращается. Давайте тогда пойду одного того грохну. Потому что. А, ну да. Типа я шу костра дохнул. О чем я? Вот, у меня типа души есть, хорошо. Но, а как мне их тратить? Походу враги восстанавливаются только когда я отдыхаю на около вот этих... диплоидов. Но я не могу апаться. А, меня автоматически апает. Так, ну а души тогда где я могу тратить? Ну ладно. Вот то походу в смерти, да, внизу ноль, типа. Так, мэп, карта мира. А, что, старая пиксы, старый листок, каргэшн, просто фронтселфи, локэшн. Старый листик локации.
Так, давайте, наверное, эти посмотрю. Так. Ап, Виапон. РБ. РБ это Виапон? Шеп айтем. Виапон это оружие, но это правая кнопка, да? Свап. Абилити. Это для пульта. Для джойстика. Roll item ability. Блять. Ладно. Ну, как обычно, мы просто жмем на кнопочки все. Кроме кнопочки действия. Так, где карта, ебаный урод? Я подобрал карту. Гримуар. Вот, реликс. Реликвии. У меня есть реликвии, у меня есть карта. Какого черта она не нажимается? Окей. Ой. Воу-воу-воу. А, то есть я, понимаете, еще и плюс не могу подниматься, когда у меня нету стамины. Классно. Ну, типа, когда враги рядом. Почему я не могу просто... О, здорово. За вас time в return your friends. А, friends, блядь. Property. Your time you know mal. Come in the regression with return nothing embrace. Be darn, you have a... А, посмотри на это сейчас. Slow. Slow, медленная. Own. Instable operation. Ты ничего не сможешь сделать. Я понимаю, если там сейчас будет босс, блять, я нихуя не сделаю из-за того, что у меня одна хилка. Блять, как я угадал. Ебаный урод. У меня одна хилка, ребят. Типа, вы думаете, я что-то смогу сделать? Но это стопудов босс. То стопудов босс. Если просирать, тогда с фул хп хотя бы. Но меня одно обижает, то что я типа не могу отхилиться. Ну типа съебаться, я имею в виду. Потому что я не хочу с теми челиками драться. А сбежать я тоже не могу, потому что он не поднимается. Он становится неактивным. Добро. Так, книжка пускай восстановится, потому что он по-любому будет атаковать. Окей. Ну, получилось. Здесь сахлы, здесь получилось. Ну, так как здесь очень сильно миниатюрно все сделано, ну, типа, несложно по системе. Ну, система боя такая немного, не очень. Давайте посмотрим. Ну да, это чтоб я не съебался. Поставили мученика. Shall Devils Light. Не хочу, не хочу спешить. Так, у меня стамина мало. Так, у него хп тоже много.
Воу, воу. Тихо. Добро. Это типа вторая фаза. Окей. Ах ты ж ём. А чё это? Он тоже может атаковать? Нихера себе. Слышите, я не думал, что тот тоже может атаковать. Я думал, это типа обычный... Я думал, что это типа обычная стенка, знаете, которая стоит, чтобы игрок типа не мог съебаться. Нихера себе. Буду знать, буду знать, буду знать, буду знать, буду знать. Окей, классно. А почему мне кост 0? Подождите. Почему мне не фул хп? Не, ну блин, это... Сложно. Пиздец. Меня просто подожгли. Нужно посмотреть, может, типа, если б я под челика встал, то он мне ни хера... Не, нужно все-таки кувырок юзать. Сложно, сложно, сложно. Ладно, не очень сложно. Не-не, я к нему подходить не буду. А, ну типа, если я буду на месте стоять, он будет атаковать меня. Вау. Тихо. Ладно, ладно, ладно. Ну, привыкнуть к атаке можно. Пу! Пу! New Grant. Лентера. Я что-то новенькое получил. Все. Но у меня душ много, слушайте. Ну, я не понимаю. Типа, игра сохраняется, да, но я души тратить не могу. А, Cancel Lanterns. Ну, это типа лампы. Гримуар. Великан. Типа, а можно вообще души тратить? Тут вообще тупик.
Короче, ребят, эта игруля немного линейная, то есть здесь сразу понятно, куда можно идти. Давайте тогда, знаете, что сделаем? Мы вернемся. Мы с вами вернемся, да. Когда я там сохранюсь, мы закончим. Я посмотрю, сколько мне места занял. У меня сейчас свободно. В районе 500. Нет, с двух я еще не убиваю, ладно. С двух пока что я еще не убиваю. Блин, у меня просто 2450 душ. И я их тратить не могу. То есть, по идее, во всех играх нужно тратить их вот тут около святилища. Но я не могу. Ладно, давайте я тогда думаю... А ну-ка, еще что-то получил, подождите. Я хочу с этим подраться, слышите? Кулаками. Может, я руны? Нет. А, давайте тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, хотел сказать, ставьте души. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.